Ребята, всем привет! Мы получили пособие, решили поехать купить себе хоть каких-то летних вещей. Неудобно. Потом, конечно же, дома покажем. Да, распакуем. Где там еще второй пакетик? Вот. И что мы еще сделали? Мы сделали плохое дело. Мы пошли в Макдональдс. А знаете, из-за чего мы пошли? Из-за чего? Покажу. Ну, это можно показать. Вот. Стакан. Да. В смысле, это можно хотеть? Ну, я думала распаковку типа отдельно, но потом подумала, что сейчас на ужас. Сейчас пойдем присядем. Я более дополнительно расскажу вам. Настенька, так скоро автобус сейчас будут как бы. Писать. А, у нас автобус скоро? Фу, что это? Тогда я, наверное, на остановке расскажу. Потому что это долго, Аня. Да? Да. Ну ладно. Ребята, мы уже дома. Показываем вам, что же мы приобрели. Настя купила такой вот сарафанчик, да, это? Джинсовый, да, сарафанчик. Ну, повернись. Угу. Классный, заровский. Ну, он, кстати, джинсовый, будет всегда, его постирал, и летом себе ходишь. И да. В любой там, на вечеринку или на прогулку, на каждый день, ну, типа, летом. Вечеринка? Ну, я вообще, в общем, говорю, да и вообще прикольно так. Настя собирается уже на вечеринке. Да, жду, когда в комментариях кто-то адекватно напишет, позовет нас. Итак, идем дальше. Настя, показывай все. Да, смотрите, что мы купили. Будем показывать понемногу. Итак, это Аня купила себе такую рубашечку. Да. Ну, цвет прикольный. Цвет, оно, кстати, может так непонятно быть вам, но если ее одеть, то оно симпатично очень смотрится. И необычно так. Рубашка такого цвета необычного, поэтому мне и Ане показалось даже симпатично. Я бы сказала, что и хорошо. Аня идет. Это... 24 евро такая рубашка. H&M на минуточку. Настин сарафан 40 евро. Дальше. Это моя, да? Футболки. Ну так, чисто я знаю, что она вообще некачественная, но я взяла, потому что... Футболка обычная. 8 евро, да. Ребят. Но за такую цену сейчас тут не найти нигде футболку, тем более как бы Zara, но качество, честно говоря, оставляет желать лучшего. Да, поэтому взяли несколько футболок. Также вот это же стоит это 8 Настя евро. Себе. Я себе взяла, думаю, ну прикольно летом, может куда-то и буду ходить за пачками, да, или что. Вот это что? Не знаю. Брак? Что это? Тю. Патрош. Ну да. Ну есть чай, хочешь, давай их вернем. Не? Кстати. Не будем возвращать? Не буду, я сейчас никуда ехать. До завтра. Футболка реально качественная. Это я себе взяла. Несмотря на то, что она там без рисунков. Классика должна быть, я считаю, вот. Ну, без обычная, всякого, да. Да. Обычно материал очень приятный. А ну покажи ценник. Я даже забыла, сколько она стоит. Стоит она 16 евро. Да. Ты в Заре, да? Угу. Ну, реально, качество классное. Поэтому советую, кто может в Заре покупать. Ну да, качество такое хорошее. Хорошее, надолго ее будет стирать, она вот так долго будет. Что еще? Так, что еще? А, нашла я себе в H&M за 10 евро футболку. Да. Такое, под джинсы, на каждый день, ну, на учебу. Ребята, за 10 евро, ну. Да, в Германии это дешево. Это тяжело найти, да, за такую стоимость хоть какую-то вещь. Ну, я сейчас померю. Я, кстати, ее не мерила. Да? А, да, ты там не мерила, точно. И я еще джинсы взяла. Случайно чисто их увидела. Они, короче, стоили 30 евро, а сейчас... 10. Покажи ценник, я покажу, чтобы люди не думали, что я придумала. Скидка, да? Да, вот 20,99. Не, сначала она, ну да, 30. 100% катон, прикинь? Да, угу. Ну, хорошая. Ну, чувствуешь, что, ну, да, хорошее качество? Да. H&M, но тем не менее. Я, а ну, покажи я вот это. Тоже. Покажи вот это, оно там не сильно... Это сзади бирка, не сильно помятая, да, какая-то. Ну, не пока... думаю. Может, она так должна, да, быть? Я сниму. Да не, ну что-то сильно помятая. Ладно, что я хотела за 10 евро, в принципе? Ну, 10 евро джинсы, скажите, что это нормально. Я считаю, да. Нормально. Были бы на меня, а этот я взяла тоже. Духи, да. А дальше? Это... Стакан, в общем, да, ребята, не сдержались, зашли в Макдональдс. Сделай. Дурочки, это... конечно же, ну, что? Открыть его? Ну, покажи, да, открывай. Не сдержались, зашли, покушали. Там было другое, кстати, и там стакан был в подарок к меню.
Вот такой, да, подарок. Один, потому что Настя на меню я брала по скидке, поэтому ей стакан не дали. Воняет? Для диеты они взяли кунчозу. Кунчозу, да. Скидка была просто в азиатском супермаркете. Да. Взяли то, как у нас духи долго с февраля держали с сегодняшнего месяца. Да. Поэтому взяли это духи. Я такие себе взяла. 20, сколько они стоят? Взяли. 23, да. 23 евро. Я вот в магазине попшикалась, ну, и они очень такой, пахнут до сих пор. Такой летний запах. Свежий, классный, свежий, такой, скажи. Молодежный. Покажи, как называются. Я ребята, сюда. Девочки, тем, кто любит свежие ароматы, советую, сейчас сфокусирую. Energy Vibe Zara Dev Parfume. Это реально Испания классный. Делает. Да, скажи. Приятный, да. Ну, я ж не прогадала. Классный, да. 23 евро стоит. Ну, 100 миллилитров, ребята, это нормально. Мне 100 миллилитров хватило с февраля по, получается, май, потому что я даже пшикаюсь очень много, ты знаешь, ты видишь, как я всегда пшикаюсь. Очень-очень много. Не, ну Зара, я, кстати, если сравнить там Calvin Klein или какие-то... Так Calvin Klein вообще... А Зара, не стойкий Calvin Klein. Ну, я думаю, что будут держаться. Мои держали Зара. Ребята, Calvin Klein вообще не рекомендую, потому что они вообще не стойкие. Свои духи покажу, может, будет. Давай. Это интересно. Так, Настя, показывай. Кто хочет жить дорого и пахнуть дорого... Поэтому разобрали вот такие... Ну, сарказм же. Я шучу, да. Ну, запах типа дорогой. Типа ну да, дорогой. Такой. Вот Настя напшикалась минут 20 назад, да? И запах такой стойкий да. Мне ну, нравится. Как, да. Хороший. Но дорого, я считаю, 12, 13 евро за... 30 миллилитров. 30 миллилитров, ну, захотелось. Ты ж не так пшикайся, как я. Я говорю, Аня, надо забирать. Осталось 3 таких, да. Разобрали их. Я забрала предпоследнюю. Да. А нравится. Вот покажи те, которые вообще не рекомендую. Что? Если кому-то ну надо, да, я еще раз да, духи, там... запомните, в Заре вот такие. Все, есть. Чтоб дорого пахнет. А это у нас были... Кстати, оно пахнет так, но на самом деле... Да, и вообще вот не вот понюхай, стоит. Да? Так пахнет, да? Да, хорошо. Так хорошо пахнет. Calvin Klein взяли, вот уже закончились с февраля. Когда-то покупали, а не я себе их взяла. Рекомендую вообще запах, никак. Покажи вот так, переверни. Я вот. Думаю, пользовались такими. Вообще не стойкий, не держится. И до этого мы еще одни Calvin Klein брали. Но они чуть-чуть держались. Чуть-чуть лучше, чем эти, потому что там запах был другой. Но чтоб так вышел, нет, я не знаю. Аня уже на себя сколько ты флакона да, вообще, этого вообще. Да, пшикала, пшикала. Минут 10-20, все, его нету как бы. Ну. Так ты же еще не показала. Что, что? Соевые, креветки, что-что. Взяли тоже по акции. Они редко там бывают. Ой, надо в морозилку. Редко там бывают, но они очень вкусные. Вкусные, да, сладенькие. Вообще на диете это замечательно. Можно вот сейчас в морозилку закинуть, будет время. Мы очень редко это себе позволяем. А, ну соевый дорогой. Ну, это сейчас по акции, 2,79. А, креветки... Кстати, ребята, всем рекомендую соусы соевые марки Кикоман. Вот, Кикоман. Да, есть другая еще. Бутылочка такая она. Да, подружка. Да. И они более такие вкусные под суши, под рыбку. Ну, реально вкусно. Так что так, ребята, настроение, видите, у нас хорошее. Немного устали, находились, но мы ну, рады, мы что мы хорошо, хоть что-то себе вообще приобрели. Да. Да. Сейчас поэтому... уже июнь будет, ну, хоть какие-то футболки будут. Ну, сейчас скажем, сколько это все стоит. Да, вообще, ну, то, что мы сейчас скажем, не стоит этого, я считаю, все-таки. Значит, что? Ну, то есть сумма просто на 150 евро вещи, азиатский супермаркет, 15. Mm-hmm. 165 евро, ребята, просто пипец. Да, дорого. Нет слов, дорого, вообще дорого. Ой, ну, ну что, ну, наверное... Ну, ничего. Цены здесь такие, что поделать. Да. Конечно, потом везде... надо будет какие-то босоножки покупать да, лето, не ходить же в кроссовках жарких. Ну, да.
Цены, конечно, космос вообще. Я думала, может, хоть какие-то сейчас скидки будут. Mm-hmm. Людей валом, mm-hmm. наших mm-hmm. полно, толкаются в этих, в этом Текамакс. Они просто как будто никогда не были в магазине. Ну, скажи, ведут себя как? Да, ужасно. Не только. Не, не только наши. Там много разных людей. Ну, просто русскоговорящих много. Mm-hmm. Да, я не говорю конкретно, что это наши, не наши, не знаю. Толкаются все, что-то надо то захватить. Я думаю, да, ну, блин. Было бы что еще захватить. В том магазине, считаю, ну, такой. В азиатском супермаркете повесили фоторобот, кто-то что-то стырил. Угу. И теперь там холодильники под ключом. Настя с жвачкой просто никогда не раздается. Она жует жвачку уже, не знаю, недели 4, просто постоянно. У меня выпала пломба. Ну, пломба, надо будет записываться опять к стоматологу. Не знаю, когда, но в ближайшее время запишусь, надо будет обязательно поехать сделать пломбу. Да. Потому что дальше будет хуже, затягивать вообще нельзя. Может, хоть другому больно. Мы уже другой стоматолог найдем. Да не, я к этому хочу. Как-то так. Такие дела, ребята, напишите, как вам мой комбинезон, как наши вещи, вам понравилось или нет, и как вы думаете, стоят все эти вещи этих денег? Тебе напишут, иди в Кик. А при чем тут кик, ну вообще? Ну просто, ребята, мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Знаете такую фразу? Эта фраза вроде как про обувь говорится, но я думаю, она сюда тоже может примениться. Потому что реально, ну купим мы в Кике футболку, допустим, за 5 евро, за 4. Mm-hmm. И что с ней будет через 2 недели? Катышки и так далее. Нитки, катышки и так далее. Ну, конечно, и заровские вот эти не суперкачественные, но серая точно качественная. Настина вот это, вот это тоже качественная. Вот потрошь. Я сейчас да, я знаю, да. Рубашку такую я в Кике не возьму, а если возьму, то да, она но... опять-таки будет плохая да. очень. Поэтому как-то так. На диету заново. Вообще, я ехала изначально себе за юбкой. Хотела купить себе юбку. Сейчас вы знаете, как в моде. Длинные джинсовые юбки. Я померила одну юбочку джинсовую в Заре. Она мне не понравилась. И тоже стоила она 40 евро. И... 45? 45, да. 45 евро. Но я поняла, что это не мое. Потому что, во-первых, она была темная. Я хотела светлую. Вот, ребята, материал какой. Не знаю. Да хороший джинсовый этот. Прочный. Сарафан джинсовый нормально. И я подумала, да ну его нафиг, сейчас надо и туфельки под эту юбочку купить, какие-то такие темненькие. Ну, может, на сайте будет рубашечку скидка. Этот. Сейчас я видела в Заре по скидке джинсы стоили 40 евро, стоит сейчас 20. Классные джинсы, я их видела. Не знаю, не знаю. Но если эта скидка продлится до следующего месяца, буду наблюдать, то, может, я их закажу. Хотелось бы. Ну, а цены так, извините, тоже, да, джинсы 40 евро. Да. Поэтому это хорошо, что Аня попала на такую скидку, взяла за 10 евро. Так что такие дела, ребята, напишите в комментариях, как вам наша закупка в торговом центре, в Заре, Тикмикс или как-то. Да нет, это H&M. Ой, H&M. Тикамакс мы ничего не брали. Да, и расскажите, насколько вы скупляете, скупляетесь ли вы в Заре и вообще нравятся ли вам там вещи. Мне вот интересно. Ну да. Так что вот такие дела. Так что до скорых встреч, всем пока, всех любим, целую. Всем пока. Пока.